скажи лучше, куда мы едем. Я уже не знаю, куда мы едем. Мы... Ну, вообще-то мы ищем Балтийский каньон. Это один из 20 самых больших каньонов в мире. Кратер. Кратер. Кратер, Балтийский кратер. Ну, мы уже его ищем минут 40, блин. Ну, ничего страшного. Мы сильно не спешим, но где-то мы на правильном пути. Главное, чтобы медведи не выскочили. Немножко заблудились в лесу. Ну, в принципе, потихонечку, нормально. Ну, где-то мы близко уже. Вот, где-то вон тут, наверное. Когда-то упал метеорит очень огромный. Территория кратера 24 километра в диаметре, да. Но по лесу мы едем уже минут 15-20. Добрый день, наши подписчики. Сегодня мы находимся в Кировоградской области. И есть тут у нас такой Холодноярский стежки. Это туристический маршрут. Місце останнього бою Чорного Ворона Миколи Скляра, атамана доби Української революції та його побратимів. Та також в Розумівці знаходиться церква Свято-Хрестово-Здвиженська, усипальниця родини Раєвських. Зараз ми туди видвигаємося. Осталось нам 12 кілометрів. Немножко перед цим ми поблукали в лісу. Увидите ви це все з нами, тому що іскали ми ще Балтийський кратер. Ну, я думаю, все-таки ми його сьогодні теж знайдемо. И вы его тоже увидите. На данный момент мы едем вон туда, в Разумивку. Посмотрим там все и тоже вам покажем. Хочу напомнить, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет, как всегда, интересно. Все, выдвигаемся в Разумивку. И начинается наш маршрут. Первый на маршруте памятник воинам Великой Вятчизняной войны. Вот он такой, смотрите. Находится он в соснах. Это перед селом Разумивка, туда, куда мы сейчас выдвигаемся. Вот такие березки красивые. Вот здесь очень много фамилий, те, что полегли в боях за этот населенный пункт. Вот мы подъехали к Разумивке, вот въезд в эту деревню, вот начало этой деревни, стоит крест, вот усыпальница такая красивая, усыпальница святому Миколаю Чудотворцу. Сюда можно зайти, помолиться, поставить свечечку, сейчас я вам покажу внутри, ну и соответственно мы внесем какое-то пожертвование, ну и поставим свечечку за удачу. Бережет святой Николай Чудотворец. Thank you.
Тут что-то тоже интересное, да, Оль? Софья Николаевна Раневская, фрейлина. Дальше. Сам полковник Николай Николаевич Раневский. Смотри, все семейство получается. Генерал Раневский. Все, больше не так много. Немножко здесь темновато. Извините нас за такую съемку. Но здесь нет ни освещения, ничего. Вот окошко пустое, наверное, для кого-то оставили еще. Кто-то жив, наверное, да? Какой-то предок, наверное. Вот. Немножко съемка тихая. Вот, смотрите, местные жители, пацанятка, ловят рыбу. Привет, пацаны, ну что, клюет у вас? Да, нет. Не? Ага. Не, ну вы как местные, наверное, бесплатно что-то ловите? Да. А, так, а люди как приезжают, то 200 гривен, 100 гривен за удочку, да, получается? Не, то им платить, да? Так це ваш трактор сюди, снасті всі. Во, учитесь. Малий як закидує.
Все, пацаны, давайте, удачи вам, хорошей рыбалки. Сейчас мы приехали еще в одно местечко. Тут есть место, где відпочивали, что там, Оля, Пушкин и Раевский, да? Вот такое место, еще видите, вот тут бондарский став. Есть там альтаночки, люди приезжают отдыхать, рыбку ловят. Но это все платное, все, дуб, я точно все надо платить денежки. А так, чтобы просто прийти посмотреть на этот же дуб, место відпочинку Пушкина и Раевского, то просто мы придем, сейчас посмотрим, покажем вам вот такой став тут. По истории вроде как миф такой ходил, что Пушкин написал именно тут у Лукоморья дуб зеленый. Ну, это не доказано. Ну, посмотрим мы. И вот это связано, кстати, да, с этим дубом. Сейчас подойдем к этому дубу и вот покажем, этот, соответственно, вам. Вот установлен здесь такой памятничек. Есть тут надпись. Ну, слова высказывания Пушкина про Раевского конкретно. Да, то есть Пушкин провел там многие годы в друзьях с Раевским. Вот он сюда приезжали, они на этот став отдыхали. Шашлык, наверное, хавали там. Ну, дринк там делали. Ну, такое всякое. Ну, такое, а что делать? Ну, вот этот дуб. Тоже такой немаленький, очень старый дуб. Что-то нету даже таблички, да? Вот сколько, ну, лет? Немножко тут, да, не так ухожено, как были мы в холодном яру. Ну, видно, что дуб старый, очень большой. Ну, место не очень ухоженное, не сильное за ним. Больше уделяет внимание на отдых и рыбалочку. От нее больше пользы и денег. Ну вот, как я только что сказал, сейчас мы сели, перекусим вон там. Вот наш стол такой, он находится на водичке прям. Ну и в принципе будем ехать домой уже. Что ты, Оля, скажешь, понравилось тебе наше сегодняшнее путешествие? Как всегда, что-то новенькое узнавать. Да, вон вдалеке виден дуб, где Пушкин с Раевским отдыхали. Ну я же говорю, будем скоро ехать домой. По поводу Болтышского кратера. Разговаривали мы с батюшкой в монастыре. Он тут уже сказал, живет более 20 лет. То как сам Болтышский кратер, это и есть село Болтышко. Потому что кратер, он диаметром 24 километра.
То есть конкретной точки, где упал метеорит, как бы ее нету. То есть сам... Одна большая точка. Да, это одна большая точка, где упал когда-то метеорит. И то, что мы ездили по лесу, искали какое-то место, там, где сам кратер, то такого не существует. Он есть, но это 24 километра в диаметре. Как сказал батюшка, это можно увидеть только с высоты птичьего полета или с космоса. То есть это огромная территория, которую можно увидеть с высоты. Ну, я надеюсь, в ближайшее будущее мы сможем вам показать это место с высоты птичьего полета. Я так думаю, где-то через пару месяцев мы еще сюда приедем. Уже будут осень, и эти леса, озера покажем вам. Ну, и вы увидите это с высоты птичьего полета. Ну, а сейчас мы садимся, немножко покушаем, перекусим и в путь-дорожку. Хочу вам напомнить, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много интересного. Друзья, ну вот и закончился сегодняшняя наша суббота, выходной наш день. Наша экскурсия по местам Раевских и, сказать, Пушкина. Все, я надеюсь, уже посмотрели. Хочу вам напомнить, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много интересного. Ну что, хотим вам пожелать мирного неба, счастья, любви. До встречи, друзья!